10 прижизненных портретов ветеранов Великой Отечественной вывесили сегодня в галерее живописи «Арбат». Картины – лишь часть большого проекта «Галерея славы». Полная коллекция состоит из 60 портретов орловских ветеранов, удостоенных высоких правительственных наград. Проект этот зародился в 90-е годы. За 10 лет работы орловские художники написали 6 десятков образов – от рядовых до маршалов, стараясь запечатлеть в этих портретах отголоски переживаний войны. Фотография – это вот сиюминутная фиксация лица. В портрете художник показывает не просто лицо, характер, внутреннее состояние. Экспозиция – самый большой орловский пример сотрудничества десятков художников. Многих из них, как и прототипов картины, уже нет в живых. Художники смогли передать не пафос, не героизм. Они передали именно очень важную позицию, что это обычные люди, которые в трудную минуту для страны смогли сделать то, что они сделали. Остальные части галереи славы вывесили в тех районах области, где проживали выписанные на полотнах ветераны. Соединить все портреты в одну большую выставку планируют в следующем году в Москве.